Индия станет первой страной-гостем на «Духе огня». Об этом сообщила Наталья Комарова на 13-м российско-индийском бизнес-форуме в Москве. Благодаря поддержке и Россотрудничеству индийский кинематограф будет представлен новейшими картинами, а делегацию страны возглавит лауреат премии «Оскар» за фильм «Миллионер из трущоб» Рисул Пукати. Кроме того, губернатор Югры отметила положительную динамику сотрудничества с Индией. Напомню, что международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет с 3 по 6 марта в Ханты-Мансийске. Казалось бы, Ханты-Мансийский автономный округ Югра и Индия – это мало совпадающие единицы. Вот. Но на самом деле мы очень похожи своей многокультурностью, многоязычием, многоконфессиональностью. Вот. И на этом простом основании вот эти вот отрасли и проекты, о которых я упомянула, в области креативных индустрий, они играют колоссальную гуманитарную роль, потому что именно креативные отрасли на самом коротком плече человек к человеку. В Нефтеюганске показали пластический спектакль, главную роль в котором играет актриса с особенностями здоровья. В городе прошел фестиваль креативных индустрий «За гранью». Здесь побывали гости из других регионов и поделились наработками. Так, Иркутский театр танца «Продвижение» привез авторскую инклюзивную постановку. Она раскрывает многогранность человеческих возможностей. Спектакль рассказывает историю девочки Веры, которая мечтает танцевать на сцене, несмотря на врожденный недуг. Мечта сбылась. Впрочем, это не единственный спектакль театра, в котором задействованы актеры с ограничениями по здоровью. Еще несколько играют в постановке «Иноходец». Кроме того, гости привезли на фестиваль фильм, в котором показано, как происходит работа над такими спектаклями. И главное, что все это дает особенным актерам. Моя бабочка красная прилетела к тебе, вот она села сюда. А твоя голубая бабочка, вот она сюда села. За весь период с 2013 года по сегодняшний день мы как раз в спектакле рассказываем наши взаимоотношения, диалоги творческие, победы маленькие, радости, взлеты, подъемы и отношения. Речь идет о многогранности. Многогранности именно человеческих возможностей. И именно через этот проект мы хотим показать, что мы способны на многое. В Ханты-Мансийске стартовал форум лидеров региональной команды всероссийского конкурса «Большая перемена». Участники обсуждают условия для развития познавательного интереса, лидерских качеств, популяризацию конкурса среди молодежи. За 2 года количество участников увеличилось почти в 4 раза. В конкурсе принимают участие школьники 5-11 классов, а также студенты техникумов с 1 по 3 курсы. Участников научат развивать креативные способности, работать в команде для достижения максимального результата. В рамках образовательного интенсива наградили региональных победителей всероссийского конкурса «Большая перемена». Всего 11 человек. Они получили призы 200 тысяч и 1 миллион рублей. Их научат, во-первых, доводить до конца, сначала отбирать самые яркие, самые интересные, самые потенциально продуктивные идеи, упаковывать их в готовую модель для реализации и рассчитывать эффекты. Они научатся, как сделать так, чтобы куча обсуждений, идея не умерла. Как не отказаться от ее золотого ядра? Для меня это даст в первую очередь такой тимбилдинг с командой, потому что у нас команда очень сильно обновилась, и мы, так скажем, больше будем коммуницировать между собой на протяжении этих дней и предложим идеи для развития региональной команды, которые потом воплотим в жизнь.